В радостную атмосферу праздника пассажиры окунались сразу за порогом главного вокзала Дальневосточный на станции Хабаровск-1. Люди спешили на работу, на поезда и электрички, но дух праздника, азарта заставлял остановиться и найти пару минут для радости, принять участие в викторине и даже сыграть в подвижные игры. Аниматоров наша съемочная группа застала и в зале ожидания. Здесь они развлекали целую группу ребятишек. Мальчишки и девчонки томились в ожидании поезда, который отвезет их в санаторий Приморского края. Вот мы сегодня приехали в 7 часов утра, и в 7 часов вечера у нас, в 7:20 у нас поезд. Дети, они здесь, они активные, поэтому просто посидеть, конечно, для них это невозможно. Им нужно играть. День пассажира не только праздник, но и возможность построить диалог. Как для перевозчика, так и для клиента. Железнодорожники готовы выслушать пожелания и рассказать о предстоящих нововведениях. Пассажиров интересуют самые обычные вопросы. Это условия перевозки, условия оформления проездных документов, какие новые услуги ФПК может предложить сегодня и какие маркетинговые акции готовит ФПК на новый 2014 год. Пассажиры, в свою очередь, интересуются наболевшим. Звучат вопросы о строительстве нового подземного перехода на Хабаровском вокзале. Знаю. О сдаче с мешками. Знаю. Работа сегодня уже проводится. И вы видите, что со стороны улицы Томского сегодня уже 90 миллионов рублей освоено. Это 7-й этап. И под 4 путями уже проложен и обновлен новый пешеходный тоннель. Завершился день пассажира на станции Хабаровск-1 большим праздничным концертом. Частичку тепла отсюда увез с собой каждый из тех, кто находится в пути. Самые юные пассажиры получили вполне материальные подарки. Работники федеральной пассажирской компании вручили им сундучки со сладостями. Илона Бербер, Алексей Игнатьев, Хабаровск.